Всем привет! Сегодня снова пятница, а значит, вы смотрите яркие фотоновости. Меня зовут Илья. Новостей в этот раз много, а помимо новостей вас еще ожидает новый розыгрыш, где вы можете выиграть великолепнейший и замечательный стабилизатор Жиюн для мобильного телефона. Оставайтесь с нами до конца, и вы все узнаете. В этом выпуске Sony, возможно, прекратит выпуск двух новых продуктов. Слухи от компании Canon, слухи от компании Fuji. Новая матрица от Samsung. Чуть больше, чем прошивка от компании Sony. Canon распродает свои матрицы. Надо брать. Viltrox анонсирует новый объектив. И, наконец, Leica выпускает новую фотокамеру. Как видите, новостей много. Давайте со всеми разбираться. Итак, компания Sony, возможно, прекратит выпуск двух своих продуктов, а именно Sony A6100 и RX0 второй версии. Нет, не подумайте ничего плохого, все нормально, просто в Японии сгорел завод AKM Semiconductor. Сгорел 3 дня, и поэтому комплектующих на всех не хватает. Ну, что тут сказать, шел медведь по лесу, увидел завод, зашел в него и, ну, и сгорел. Вот. Ну, на самом деле, я уверен, что Sony очень быстро залатает все эти нюансы, продажи будут идти, комплектующие поступать, все будет хорошо. Тем более, что ни RX0 второй версии, ни A6100 не являются какими-то ключевыми продуктами, а ключевыми продуктами абсолютно для всех брендов являются полнокадровые камеры, полнокадровые объективы. Если вы сомневаетесь, то просто посмотрите на кроп-системы Canon, кроп-системы Nikon, кроп-системы Sony, то есть на всех тех брендов, у которых есть полный кадр, да, и неполный кадр, и вы увидите, что на неполный кадр в основном лепту какую-то и новые объективы делают не оригинальные производители, так что с Sony будет все нормально, не переживайте. Слухи от компании Canon. В следующем году будут выпускаться очень много новых камер. Мы ждем замену RP, мы ждем новый R, который будет флагманом, мы ждем новые какие-то дополнительные объективы, и я даже не буду пересказывать вам всю эту новость, потому что это просто постный инфоповод. Почему? Потому что я сейчас могу сказать, что мы готовимся к празднованию 2020 года, а в первую неделю Нового года я вам скажу, что мы через год готовимся к празднованию нового 2022 года. Понятно, что выпускают новую камеру, когда-то будет еще более новая, так как никаких нормальных подробностей нет, кроме опять, как мы уже говорили, 8К-видео и всякое такое. Так что новость пока недостойна нашего обсуждения. А вот слухи про Fuji наше обсуждение достойны, потому что в начале года Fuji хотят, по слухам, презентовать новую среднеформатную камеру GFX100, хотят презентовать новый объектив, хотят презентовать новую беззеркальную камеру и еще один новый объектив. Насчет GFX100, тут просто хотят взять эту камеру и сделать ее меньше. Ну, слава богам, потому что действительно она большая, вот этот вот бадблок, встроенный в камеру, не обрезиненный, не всем нужен, и если Fuji сделают камеру, которая будет чуть проще с точки зрения корпуса и дешевле, продажи будут лучше, уверяю вас. Так что это хорошая новость. Объектив, один из анонсируемых, предположительно, это объектив 80 мм 1.7, как раз это для среднеформатной камеры, и это будет самым светосильным объективом Fuji, ну, в общем-то, для портретов самое то, ну, в общем, прекрасный объектив, тут вообще не о чем говорить, будем ждать снимков. Также планируется вроде как Fujifilm X-E4. Ну, что стоит ожидать? Что будет матрица X-Trans CMOS 4, такой же процессор, собственно, как в X-T4, такой же матрица, как в X-T4, в корпусе X-E4. Ну, посмотрим, будет ли стабилизатор, но я считаю, что не будет. Зачем X-E покупать типа для видео? Покупайте XS10 и покупайте X-T4. И последний объектив, который собираются анонсировать, это XF 27 мм 2.8 второй версии. Ну, на самом деле, и первый объектив, он был, ну, не сказать, что плохим, у Fuji нет плохих объективов, но достаточно простеньким. И в этой новости радует только то, что вроде как, видимо, собираются перезапускать старую линейку объективов, то есть надеюсь, что в скором времени нас ждут перевыпуск таких объективов, как 18 мм 2, 35 мм 1.4, 60 мм и так далее. То есть те объективы, да даже 23-1.4, которые мы недавно тестировали с Viltrox, и даже китайский Viltrox по автофокусу лучше, чем оригинальный Fuji. Но это не порядок. Надо перевыпускать вторые версии, чтобы они были лучше и быстрее. Так что надеемся, что у Fuji будет все прекрасно. Отличные слухи. Эти слухи можно обсуждать.
А тут выходит компания Samsung и просто говорит компания Fujifilm: просто здравствуй, просто как дела? И появляется утечка, что Samsung готовит матрицу для мобильного телефона на 600 мегапикселей. Совсем недавно мы вам говорили о том, что Fuji появили, через прошивку появилась возможность сделать 400-мегапиксельный кадр, а теперь 600 мегапикселей. Вот тебе здрасте. В мобиле. А вообще, к большому количеству мегапикселей мы давно привыкли, уже сейчас можно снимать на 100 мегапикселей ничего, но самая интересная новость от Samsung — это даже не то, что матрица адаптируется, то есть она может снимать 600 мегапикселей, когда, собственно, нужно разрешение, когда нужно, чтобы снимала в темноте, чтобы было мало шумов и так далее. Самое интересное в этой новости — это размер сенсора. Размер этого сенсора 1 делить на 0,57 дюймов. То есть это 1,75 дюймов. Напомню вам, что в Sony RX100 однодюймовая матрица, а Micro 4 третьих, если я правильно помню, матрица идет 1,5 дюймов. Ну, соответственно, диагонали, и, соответственно, мы говорим, естественно, про видихоновские дюймы. В общем, можно запутаться. Но самый прикол в том, что матрица в мобильнике больше, чем в беззеркалке. Ну, наконец-то. На самом деле, уже достаточно давно Nokia в 2012 году показала матрицу 1 к 1,2 дюйма. Nokia 808 была у меня офигенная камера. Потом Panasonic сделали дюймовую матрицу, ну там, кстати, по тестам что-то было не так все радужно, как хотелось бы. И теперь уже все, матрица в мобильном телефоне больше, чем матрица в беззеркальной камере. Ну, что тут сказать, ждем, когда в мобильном телефоне матрица будет больше, чем IPS-C, а скоро и до полного кадра дорастем. То есть у нас будет с вами телефон, где просто вот эта вот вся часть будет камера, вот так вот будет. Продажи камер рухнут, и это не шутка. Компания Sony выпустила чуть больше, чем обновление программного обеспечения. За этой, казалось бы, маленькой новостью скрывается очень интересный нюанс. Компания Sony выпустила новое SDK, которое позволит вам просто взять, написать какое-то программное обеспечение, которое будет подходить к новым камерам Sony, ну и, соответственно, они будут работать по-другому. Что это значит? Вы сами можете написать прошивку. Вот это поворот! И это очень интересно. Конечно, в первую очередь это интересно каким-то корпорациям. Там, кстати, есть ограничения, где-то можно делать для корпорации, а где нельзя. А для вас, как обычного человека, можно что угодно делать. Это хорошо. Но в первую очередь это, конечно, интересно компаниям, где есть программисты и так далее. Если вот у вас есть камеры Sony, и вам надо заточить их под свои задачи, нет ничего проще. Все, взяли, скачали SDK, написали, собственно, программное обеспечение, работаете. Если вы такой же кулибин, как человек из прошлого выпуска, который систему водяного охлаждения к Canon приделал, ну, вы можете сделать какие-то вообще крутые штуки и расширить функционал вашей камеры очень-очень сильно. Вот эта вот открытость компании Sony, которая и Bayonet открывает, и SDK раздает, это очень здорово, надеюсь, все так будут делать. Компания Canon начинает сотрудничество со всеми желающими. То есть, как компания Sony продает свои матрицы другим игрокам рынка, ну, это, кстати, почти все игроки рынка, так и компания Canon может продавать теперь свои матрицы всем желающим. Ну, что тут сказать, на самом деле это тоже такое интересное судьбоносное событие. Компания Canon производит свои CMOS-матрицы с 2000 года, и вот в 2020-2021 году допускает к этим матрицам всех желающих. То есть, если вы когда-то хотели сделать что-то на матрицах Canon, их, кстати, достаточно много, это не только матрицы к фотоаппаратам, о которых мы знаем, там много интересных решений, теперь вы можете. Я очень надеюсь, что какие-нибудь китайцы из Xiaomi придут, купят матрицу и сделают свой телефон, который будет гораздо круче, чем у Samsung. Вот это будет битва. Битва 2021 года. Так что ждем новых интересных решений на прекрасных матрицах Canon. Компания Wildrex анонсирует объектив 85 мм 1.8 для системы Nikon Z. Включать он в себя будет 10 элементов в 7 группах, светосила 1.8, будет STM-мотор и будет стоить всего $400. Самое интересное даже не то, что 85-й появился на Nikon Z, 85-й объектив уже был. Самое интересное, что, в общем-то, теперь на Nikon Z, скорее всего, выпустят и все остальные объективы от компании Wildrex. То есть, если система автофокуса взломана или договорились с компанией Nikon, что это все будет работать, значит, все объективы, которые есть сейчас, надеюсь, и для кропа, и для полного кадра, тоже будут на Nikon Z. Кстати, по слухам, Wildrex уже и с Canon так или иначе договорилась, так что, скорее всего, все вот эти прекрасные объективы также будут работать и на Canon. Ну, раз с EOS-M договорились, то с RF-ом, конечно же, наверное, тоже договорятся.
Очень хорошо, прекрасные объективы, отличное качество картинки за недорого. Прекрасная новость. И самая интересная новость на сегодня. Компания Leica выпускает свою новую фотокамеру, которая называется Leica SL2S. В данном случае S это означает, что камера хорошо подходит как для фото, так и для видео. Ну, что называется, приплыли. Первый SL вышел в 2015 году и был 24-мегапиксельным, потом появился 40-мегапиксельный SL2. Ну и теперь, опять же, выяснилось, что видео-то это здорово. И надо, даже Leica уже делает камеру, которая подходит и для фото, и для видео. Ну, как для видео? Дело в том, что в SL2 стоит матрица на 24 мегапикселя с обратной засветкой. В общем-то, скорее всего, это такая же матрица или аналогичная матрица, как используется в Sony A7 III или в Panasonic S1. Сейчас камера поддерживает 4К со скоростью 30 кадров в секунду, а после обновления получит 4К со скоростью 60 кадров в секунду в кропе 1.5, что уже, в общем-то, есть и у других производителей. Конечно, здорово, что компания Leica выпускает свои новые камеры. Там самое, по-моему, даже интересное, это даже не видео, а то, что камера уже может снимать со скоростью 25 кадров в секунду на электронном затворе. Вот тебе и видео, кстати. И это, в общем-то, наверное, самая крутая характеристика, по крайней мере, самая необычная характеристика из тех камер, которые есть. ISO, по-моему, 100 тысяч, вот, в принципе, это аналогичная Leica. Тем не менее, очень здорово, что Leica встает на путь видео. Все это, как, конечно же, популяризирует в целом и систему, и L-Bayonet, и вообще все видеосообщество. Нас это не может не радовать. Остается только уточнить, что камера уже скоро будет в продаже, стоимостью составит примерно $5000. Наверное, свадебных видеографов мы с Leica не увидим в ближайшее время, но на некоторых красивых и праздничных мероприятиях теперь компания Leica может снимать великолепнейшее видео именно своими камерами. Это очень здорово. А теперь то, чего вы ждали. Конкурс. В этот раз мы разыгрываем великолепный стабилизатор для мобильного телефона Zhiyun Smooth XS. Обратите внимание, что на нашем сайте представлено большое количество моделей стабилизаторов как для телефонов, так и для профессиональных фото- и видеокамер. Кстати, обзор стабилизатора Zhiyun уже был на нашем канале практически с самого начала этого канала, так что не ленитесь, сходите, посмотрите. Что нужно сделать? Как и в прошлый раз, нужно оставить интересный комментарий под этим видео. О чем вы можете написать? Ну, например, вы можете написать какой-то интересный комментарий про ту новость, о которой мы сегодня говорили. Или вы можете написать, например, самую необычную ситуацию, в которой вы когда-либо использовали стабилизатор для мобильного телефона или просто стабилизатор, и опишите это, и будет, возможно, интересно. В общем, как вы понимаете, мнение наше субъективно, так что старайтесь креативить. А мы это оценим. А вы обратили внимание, что сегодня у нас на столе вот эта красавица? А это значит, что скоро вы уже сможете увидеть обзор на эту замечательную во всех отношениях камеру. Вот ребята, которые двигают индустрию. Нас смотрят гораздо больше людей, чем подписаны на нас. И если вы хотите не упустить самое интересное, нажмите подписочку и колокольчик. Ждем. Большое спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Илья. Всю необходимую информацию, как всегда, вы сможете найти в описании к этому ролику. И, естественно, в данном случае мы очень ждем ваших комментариев. Наши постоянные комментаторы. Олег, привет! Пиши нам, можешь выиграть стабилизатор. Стабилизатор – это очень хорошо. Скоро Новый год, не нужен тебе, подаришь родителям. Родители заведут канал в ТикТоке. С вами был Илья, всем большое спасибо за просмотр, пока-пока!